Участница детско-юношеского духового оркестра «Волжанин» Дарья Косыгина играет на саксофоне. На фестивале на сопках Маньчжурии она впервые в жизни исполнит соло в музыкальном произведении. Оркестр мне помогает немного отвлечься от школы, особенно с моей нагрузкой сейчас. Прям прихожу сюда и отдыхаю. Даже несмотря на то, что мы тяжело трудимся, для меня это отдых. Детско-юношеский оркестр «Волжанин» выступит на фестивале на сопках Маньчжурии 27 июня в парке Гагарина. Коллектив исполнит два произведения – «Павана ин блю» и «Ах, Самара, городок» под управлением московского дирижера Андрея Балина. Также дети исполнят новое произведение по нотам маэстро, которое изучат прямо на сцене. Для всех участников коллектива выступление в таком формате будет впервые. Дети с удовольствием приходят на репетицию, чтобы именно поучаствовать в этом мастер-классе, потому что для них это для самих тоже очень интересное событие. Фестиваль на сопках Маньчжурии будет проходить два дня, 26 и 27 июня. Духовые коллективы со всей России приедут исполнить свои произведения и послушать мастер-классы от музыкальных профессоров. Никита Колосов, Николай Сидоров, «События».